Hey, всем привет, с вами Шет, и добро пожаловать в Голодные игры, все играем на карте Valleyside University. И знаете, эти сервера Голодных игр, это просто уже одна большая тусовка. Здесь все русские, такое ощущение, что вот, по-моему, рядом со мной чувак-шкипер. Мне, конечно, кажется, я не уверен, мне кажется, но возможно. Так что, господи, я просто зашел на Голодные игры, не пытался даже никого найти. Тут подписчиков море, а других летсплейщиков тоже море. Боже мой, ребят, это весело и прикольно. Так, а вот эту, пожалуй, надо все взять. Так, бежим, все, давайте, не болтаем. Собираемся с мыслями, ищем оружие и убиваем всех. Мы должны слить вообще все. Я злой и противный. Так, эй. Блин, тут мне сундучки нужны. Ага, вот, подъем наверх. Не знаю, я не знаю эту карту, если честно. Всегда на ней меня убивали в самом начале. Как бы я... Ну, вот так получалось, что я не мог нормально на ней играть. И, блин, сейчас я играю чуть ли не в первый раз на ней. Будем считать так. Оп-оп-оп. Ну, извини, чувак. Оп, прости. Так, следующий. Так, хорошо, мы нашли меч. Уже неплохо. А сейчас надо найти еще кого-нибудь, кого можно убить. Хм. И желательно... Кстати, я не знаю, мне почему-то хочется слить шкипера. Вот не знаю. Я помню, мы как-то с ним встречались давным-давно на карте... Ага, троллил сундук, окей. Помню, давно встречались с ним на карте Holiday Resort. А меня тогда еще народ задизлайкал, что я убил шкипера, который писал, что подписчик, а сам в конце концов бегал за мной и пытался меня там убить. Точнее, постоянно, короче, бил меня мечом, пытался на меня нападать. О, сундучок, кстати, в машинке. О, меня, кстати, проспонсировали двумя слитками. Ребят, спасибо тому, кто меня проспонсировал. Так, ага. Значит, идем на спаун и крафтим железный меч. Зачем мне был камень, неизвестно, но железно будет еще лучше. О, еще один слиток. Ништячок. Так. Эй, никого тут нету. Так, вроде все хорошо. Вот броня бы мне не помешала, знаете. Можно, конечно, сейчас подождать еще один слиток, найти еще один слиток, вот, и скрафтить ботинки железные, но это, мне кажется, будет полный глупый бред и ёлки-палки, мама моя женщина. Так. Как бы он нас увидел? Ребят, вы видели там чувака? Я видел. Давайте посмотрим. Так, эй. Ага, ага. Опа-па-па-па, ни хрена себе! Господи, боже ты мой, это уже не тот чувак, это другой чувак. What the fuck? Иди отсюда! Иди вон, вышел отсюда! Вышел, шишел-мышел из тумана, господи, у меня... Давай, беги, Шет, ты молодец, давай! С одним сердцем, ты убежишь, ты справишься, опа! Давай, беги, Шет, молодец, так, хитрожопый свой прием выполнил, так, теперь нужно выживать, господи. Одно, мать его, сердце, золотая морковка, она естся. Фух, о, господи, ох, как хорошо, что она естся. О, май fucking god, так, окей. Ага, Нига, я тебя видел, I see you on TV, так. Давай, беги за мной, ну, будь хорошим мальчиком, ну. Бежишь за мной? Ох, бежит за мной, боже мой, он за мной бежит. Факин. Щет, та-та-та-та. Беги. Да, поджегся, лол. Ол. Господи, это реально работает. Блин, я наконец-то учился этому трюку. Так, все, время одевать в железные шмотки. Чувак, блин, ты меня насмешил. Так, ладно. Меч подобрали, стрела. Блин, прикольно, он реально сдох от того, что сгорел. Лол. Ладно, идем крафтить железный меч. Да, у меня хватает всего на несколько железных мечей, но пофиг. Кстати говоря, давайте, наверное, скинем сюда всю эту ерунду и возьмем отсюда еду. А то еды у нас маловато. Ох, ладно, народу еще много. Все хорошо. Главное сейчас, блин, не нарваться на кого-нибудь такого очень серьезного и агрессивного и слить, не знаю, ой, скрафтить меч. Боже, у меня сейчас уже 3 минуты, я пытаюсь скрафтить меч. Эй, никого нету, хорошо. Опять еда. Ладно, у меня уже еды достаточно. Все, на еду больше не отвлекаемся. Так. Блин, там на спауне кто-то кого-то убивает. Факин. Надо быть осторожным и не... Ага, вон они, не вижу, вижу, бегают. Ох, там 3 чувака, мамочка моя. Воу. Так, сидим здесь, сидим, не палимся, шифруемся. Хорошо, они убежали, да? Окей. Они убежали, все. Быстро, на спаун, давай, Шет, вперед, быстро, давай, беги, прыгай, давай, да прыгай ты, господи, что, мама, ох, мама, да что ж такое, откуда вы взялись в таких количествах, пацаны, это не клево, это нифига не клево. Да, я вижу чат, но ничего не знаю, я никому уже не доверяю, потому что
Ты, может быть, не будешь, а твой напарник будет. Так что, пожалуй, я от вас уйду. Ну, блин, ну не бегайте вы за мной, отстаньте от меня. Оставьте меня в... Факин, господи. Иди отсюда. Капец. А, вот эти чуваки, которые выбежали на спаун с другой стороны, они меня просто очень напугали, если честно. Вот не ожидал я никак, что там еще кто-то будет. А, верстак, господи, мне нужен верстак. Да и тут люди. Ладно, пофиг. Заходи сюда, все, закрывай двери. А, я не знаю, где здесь есть еще один верстак, но я надеюсь, что здесь он должен быть. Эй! Двойной сундук, конечно, это неплохо. Очень даже хорошо, потому что тут есть стрелы и все такое, но, блин. Эй! Никто меня бить не будет? Нет? Нет, никто не нападает? Отлично. Так, печки. Нафиг печки. Нужен верстак. Давайте поищем еще где-нибудь верстачок. Ребят, я, конечно, понимаю, сейчас тому, кто знает эту карту, будет реально смешно смотреть то, как я панически бегаю и ищу верстак. Но я реально не знаю эту... Ага, блин, там дерутся, ладно. Но я реально не знаю эту карту. О, господи. Ну ладно, в тебе стрелы насовали, мы тебя сейчас добьем. Эй, стой. Ох, нифига себе он дает. Ты, стой, паренек. Ну, пожалуй, я тебя реально убью. Все, хватит бояться, хватит бояться. Давай, Шет, ты мужик или не мужик? Ты сможешь их убить? Сможешь, давай. Беги вперед, эй. Тут все такие, блин, эй, стой. Стой, как ты по своим кувшинкам разбегался? Стоять, сказал. Стоять. А, кстати, это, по-моему, тот, кто писал, что не будет меня бить. О, блин, алмазный меч. Ёпи-папай. Апа-папа, беги, беги, беги. Он за мной, кажется. Алмазик за мной? Да хватит, да, ну пацаны, ну чё такое, господи, все на меня ополчились, вот, блин, все бегают тут пятером и дерутся друг между другом, видели Шеда, сразу все за Шедом, давайте, молодцы, давайте, беги за Шедом, убей Шеда, идите вы все в задницу. Бррр. Извиняюсь, это все эмоции, я не хотел никого обзывать. Так, ладно, надеюсь, они все тусят здесь, на спауне никого нету, я наконец смогу скрафтить этот гребаный меч, давай, давай, Шед, беги туда, не знаю куда. Так, вроде все хорошо. Ох, хоть бы никого на спауне не было. Потому что это уже вообще реально будет перебор. Так, давай. Ну-ка, воу-воу-воу. Тут кого-то раскидали очень сильно, блин, жестоко. Вон тот чувак с алмазным мечом, он меня, честно говоря, демотивирует. Он мне очень не нравится, но ладно, уже все, крафтим. Крафти раз, крафти два. Не пишите мне в чат, не пишите мне в скайп, пожалуйста. Не пишите. Так, давай, давай. Экстрим. Сделайте режим без звука в скайпе. Все, сделал. Фух, так. Ладно, давайте посмотрим. Блин, ну там чувак. Ну, нате, приплыли. Ну что ты, что ты? А, Тим? Ну ладно, хорошо. Ну стой ты, эй, стой, давай, Тим. Стой, господи. Стой. Да. Давайте спросим его, где алмазник. А, есть. Так, давай затащим вместе этого алмазника. О, ну. О, ну я даже не знаю. Ладно, на, чтобы все было честно. Так, я, конечно, ну, нехорошо давай чуваку просто вот так меч, наверное, в который стоит за тобой, но, блин, ну, он мне дал алмаз, ладно, пускай будет так, я тоже готов ему чем-то помочь. Так, ну что ж, ага, я видел кого-то, так, кремень, да, есть, на, блин, я даже не знаю, как бы тебе сказать, чувак, я не хочу, чтобы ты был со мной в тиме, просто встретились, короче, не бьем друг друга. Без Тима. Расходимся. Все. Ну, я имел в виду, что вообще просто расходимся. Да, вот встретились, все нормально, перемирие было, но теперь каждый побежал по своим делам, и каждый пошел убивать, ну, других людей. Вот, как бы я этого чувака первым бить не буду сейчас. Ну, по крайней мере, если будет выбор бить кого-нибудь еще или этого чувака, я буду бить кого-нибудь еще. Вот. Такая сложная логика, но она, в принципе, работает. Пускай будет так. Ладно, прикинемся ветошью и будем бегать с каменным мечом и искать алмазника. Эй, алмазник, чувак. Ути. Давай, на живца тебя будем ловить. Ну все, вроде он понял меня правильно и тоже пошел по своим делам. Так, а вот алмазник где? Я не знаю, последний раз я видел его где-то здесь. Где-то, мать его, здесь. Эй. Ну ладно, видимо, он убежал тоже по своим странным делишкам, темным, грязным. И
там сейчас где-то... Ага! Ага! What the fuck? Нет. Nope. Nope. Nope, 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 nope. Прости, вот с тобой мы не в тиме. Эй, мистер Хей... Хо-хо-хо-хо, мистер Хей, ты молодец какой. Из лука стреляет в разворачивается и стреляет по мне. Ну, давай, 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 Утя. Ну, ну. Опа. Да, ух ты, попал. Фига себе. Эй, эй, эй. Полегче, полегче, мистер, полегче. Боже ты мой там, а я же... Иди отсюда, короче, вот так. Все, я, пожалуй, уйду. Че-то как-то я не ожидал, что он меня сейчас нападет вот так. Блин, там алмазник. Вот, вот сейчас алмазником я биться бы я очень не хотел, ладно. Боже, какой горячий раунд, а, реально, тут все такие сейчас сильные. Пипец. Ладно, давайте похилимся. А, алмазного золотого яблочка у меня, к сожалению, нету. Блин, ладно, будем тогда питаться. Я что-то там говорил, что мне еды много. Нет, видимо, не очень много. Так, ладно, сейчас похилимся. А, блин, мне нужна броня железная. Мне очень нужны железные шмотки. Просто катастрофически нужны. Там сундуки еще, да, сундуки еще не восстановились. А, па-па-па-па-па-пам. Ладно, давайте здесь походим, посмотрим. Было бы клево убить вон того чувака с железным мечом. Он такой тоже веселенький парень. Как-то все уже научились играть в голодные игры и реально умеют играть. И бегают тут, ходят. А, нормально там, нормальные тактики уже осваивают. Это как-то не клево. Я люблю быть... Ага, вон, они дерутся, так. Так, 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 они дерутся, давайте... Блин! Ага, ладно, ладно, хорошо, тим... за Тома мы не бьем. Оки, оки-доки. А вон того алмазника я бы хотел убить, очень хотел бы. Так, как бы тебя... Ладно, 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 так, тихо, 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 я, пожалуй, сюда забегу. Эй, прикинь себе ветошью. Угу, давайте, пацаны, бегайте. Я, короче, что-то не хочу между ними встревать, потому что я чувствую, что прилетит в конце концов мне, когда они поймут, кто я. Эй. Тихо-тихо-тихо-тихо. Угу, угу. Блин, надо затащить, надо затащить эту Тиму. Угу, хорошо, окей. Давай. А вперед, вперед на алмазника, пацаны, на алмазника, где он там? Аба, нига. А-та-та-та-та, на тебе, вот на-на-на-на-на-на-на. Ни хрена себе, мамочка моя. Беги, Шет, давай, беги-беги-беги-беги, господи. Так, хорошо. Как-то, мне нужна, реально нужна броня посерьезнее. Меня чуть не слили. Второй раз, кстати говоря. А, ладно, 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 ладно. Опа, хорошо, жив, цел, орел. Так. Фух. Кого убили? Кого там убили? Ага, хорошо, кого-то слили. Господи, как же мне нужна туника. Нет, это не фигня все. Мне нужна туника. I need fucking tunic. А... Кираса. Кираса, кираса, кираса есть? Ну, давай. А, фак. А, фак. Так, ладно. А, не-не. Не давай, пускай будет у тебя. Так, может тут что-нибудь осталось. А, сейчас главное отрегениться. Блин, вот вообще жесть. Ага. Ага, ага, ну здравствуй. Все, идем. А, хотя стоп, подождите, стоп, 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 стой, стой. Алмазы, алмазы могут быть алмазы, пацан. А, нет. Ладно, железные сливки подбираем, хоть что-то. Почему тут, почему нет ни одного алмаза на спауне? Что за ересь какая-то? Ладно, пофиг. Ага. О, у тебя есть кираса, молодец, спасибо. Сапасе. Так, фух, боже. Я же говорил, какие-то голодные игры, это одна большая, сейчас большая тусовка. То есть все какие-то уже знакомые, все в курсе некоторых личностей. Ага, ну давай, давай, давай. Ну-ка. Ну, ну, будь молодцом, ну, давай. Ути-пути-пути-пути. Ну что, ты будешь стрелять из лука, да? Ну, так, стой, осторожно, чтоб не поджег. Блин, надеюсь, ты чувак ученый, ты поймешь. Ага, 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 давай, давай. Да елки-палки, прилетело таки. Ну-ну-ну-ну-ну. На туда тебе. Оу. Ой, блин, 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 блин. Сори, 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 не хотел. Так, ладно, эй! Эй, не убегай, не убегай. Так, хорошо. Он будет нас тоже брать измором. Не попал, не попал. Ага, зажигалку он взял в руки. Ну да, ну да. 10 раз, парень. 10 раз. Сейчас на входе будет пытаться поджигать. Знаем мы таких, знаем. Плавали уже. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Опа! Стой! Ну да, молодец, умница.
Поджог. Сломал зажигалку. Я знаю, что я сломал. Я слышал звук. Все, давай, стой, Нигу. Так, сейчас, главное тебя... На, вот так вот тебя в бок сбили. Так, хорошо. Ну, еще разок. Вот, отлично. Так, молодцы, работаем. Так, гоним его. Кстати, интересно, а где его алмазный меч? Он его выкинул или что он с ним сделал? Угу. Молодец. Хорошо делаешь, хорошо бежишь. Стой. Не смей убегать, парень, у тебя нет шансов. Все, мистер Хайтер. По-моему, кстати, мистер Хайтер перед началом раунда кричал, что кого-то там убьет, или он читер, или что-то в этом духе. Ну, точно такой чувак был. О, меч выкинул, молодец. Ну, блин, на тебе. Блин, ну. Вот как же так получилось-то? Как же так получилось, что ты вот прямо выскочил? А, фак, дорога. А, гад. Ладно. Серлы? Что? Вау! Стоп, подожди, меня кто ударил? Что за серлы? Я тебя не понял. А, стрелы! У меня есть. А, так, ладно, куда он там убежал? Вон, видим. Хорошо. О, фигово, блин. А у меня бывает баг, что... Знаете, бывает... Отличный раунд голодных игр получается. Такой, бежишь, вообще все бы хорошо. И давай, мистер Хайтер, ну! Бывает, все так бежишь, нормально играешь раунд, и выстреливаешь стрелы, и тебе кажется Майнкрафт. Ну, давай. Ну, вот так, на тебе. Да, елки-палки. На тебе стрелу. Да, молодец. Побежал в бок. Ну, хорошо. Хватит уже убегать, эй. Кстати, а где еще один? Где еще Маникс Майнер? Кто это такой вообще, и где он есть? Интересно. Ладно, мы его еще найдем, я думаю. Так, главное вот этого сейчас Хайра. Может быть, сейчас пути будем бегать и натолкнемся на этого Майера. Но мне кажется, что он такой нубяра. Ну, в смысле, не повезло ему в этом раунде, он не одетый. Ох, давай, ну, хватит убегать. Все, смирись со своей судьбой. Ты будешь сейчас бегать 20 минут. И ты же не затащишь, а? Как бы мне тебя поймать-то хитроумно? Ага, молодец, оббежал, ну просто умница. Эй. Можно, конечно, забить на него, пойти просто поискать еще алмазики, сделать этому Зетому тоже алмазный меч, но, блин, кстати, шкипера, кстати, слили. Что-то так вспомнил, вроде же он был тут где-то. И вот внезапно он взял, его уже нету давно. Ладно, живем, ну. Как же ты достал меня? Ну да, молодец. Опа, да как ты... Как же тебе повезло, улизнул просто из-под меча. Думал спрячется, ага. Видели мы тебя, видели, знаем. Боже, мне это напоминает, знаете, казаки-разбойники из школьной игры. Когда бегаешь по территории школы, как полный, не знаю, странный человек, и кого-то пытаешься догнать там. Так и гоняйся, пока кто-нибудь не выдохнется. Только в Майнкрафте, блин, выдохнуться нельзя. Давай, ты уже, господи, сдавайся! На тебе, раз стрелу, на тебе там еще, не знаю, еще одну стрелу, боже ж ты мой, надоел уже бегать. Ладно, я, наверное, сейчас пойду просто на спаун и буду, не знаю, отдыхать. Пофиг, придет, не придет. Надоел. У меня еды уже даже нету. Все, надоел, я на спаун пошел. Сейчас только надо еды найти, а то как-то, блин, у меня, по-моему, уже даже жрать нечего. А, не, хлебушек есть и... А, не, с едой, в принципе, еще нормально, еда есть. Так, ну и уже, кстати, сейчас рассвет будет, и сундуки еще раз обновятся. Может быть, наконец-то на спауне появится алмазик. Ух, это было бы клево. Ладно, пока что живем, жируем. И, кстати, Тим, по-моему, вот этот чувак... Да, какого... А, это... Окей, верю. Так, фух. Это, по-моему, был, кстати, тот же чувак из Тимы, который тут был с алмазным мечом бегал, чуть меня не слил. Или я ошибаюсь. Вполне, кстати, возможно, что я ошибаюсь. Так, ну, железные шмоточки. Да, мне нужна железная шапка, реально. Мне нужна железная шапка. В принципе, могу я сейчас себе скрафтить, но лучше бы, если бы я ее нашел. Ну, ладно. Видимо, нет. Ну, ты не докинул, ну, каша мало ел. Так, ладно, крафтим железную шапочку и пошло-ка все нафиг. Можно было бы, конечно, до кераса терпеть еще 3 слитка, но уже все равно. Так, фух. Стрелы есть. Боже, я даже не знаю, что мне еще надо. Я бы хотел найти вон того еще. Маникс Миксер.
Манникс Майнер, господи, что за имя такое? Где он там взялся? Где он шляется? Ну, давайте, так, давай я расскажу тебе историю возле костра. Давай, иди сюда. Смотри, я тебе расскажу историю, давай. Я обычно не устраиваю тимы с подписчиками, потому что они могут быть жестокими и непредсказуемыми. Но ты вроде классный чел, и поэтому это очень здорово, я рад за тебя. И у нас еще с тобой 10 минут, которые мы должны просидеть просто возле этого костра, как бомжи, и греться. Так что, пожалуй, я посижу здесь, мне норм. Мне тут норм, все. А, гад, чем тут еще заняться, блин? А, вон того... Ладно, пойдем поищем этого. Манникс Майнера. Че, Манникс... Где ты? Where are you? Where are you? Где ты? Где ты? Где ты, где ты, где ты? Я хочу тебя найти и убить. Может быть. Мне просто интересно вообще, где-то вообще... Так, чё он не тушится? Тот-то парень, понятно, он сейчас, наверное, ищет тоже еду, ищет какие-то шмотки, вообще что угодно. Господи, я саженец выпал. Ищет что-нибудь и ждет конца раунда. Он на стадионе. А, откуда ты знаешь? Блин. Откуда ты знаешь? Пойдем на стадион. Ладно, пойдем на стадион. Вроде я правильно не бегу, по-моему, стадион вот в этой стороне. Хотя, если я лоханулся, это будет печально. Ну ладно. Лол. Так, стадион-то вообще здесь или нет? Ну, по-моему, вот там стадион был. Ну, пойдем. Пойдем на стадион. Па-па-па-па-па-па. Интересно, я прав или не прав? Стадион реально здесь или нет? Да-да-да-да-да-да-да-да, нет. Фак. Черт, я ошибся, и стадион не здесь. Это прискорбно. Ладно. Ну тогда... Блин. Веди к стадиону, что ли, я не знаю. Веди к стадиону и пофиг. Пусть он будет... пусть меня ведет этот чувак, зато я тебе доверюсь. Ладно, ты вроде нормальный чел, ты не психуешь так на ровном месте. А, что, куда? Куда? Туда? В ту сторону? Серьезно? Ладно. Окей, ребят, мы на это... Сейчас мы бежим за Томом и посмотрим, приведет ли он нас к этому Манникс Майнеру. Господи, серия уже идет 22,5 минуты. Это вообще, это жесть. Причем в самом начале все шло довольно быстро и бодренько. Все там вокруг бегали, все умирали. А сейчас как-то народ не планирует умирать. Все где-то живут, прячутся. Чего стоит один вот этот убегающий чувак? Вообще, типарь, цепляется за жизнь до последней секунды. Ладно. Так, ну ладно, куда-то у нас там ведет. Ну да, стадион, походу, в диаметрально другой стороне. Вот знаете, понятно, направление мне запомнить легко. А главное вот именно запомнить самое главное направление, то есть в какой стороне. А дальше уже там между домами найти стадион, я думаю, никаких проблем не доставит. А вот найти, узнать направление в сторону которого надо бежать изначально, это, блин, подозрительно сложно. Ну да, что ты машешь своей булкой, давай, веди меня. Мы найдем его, сейчас будет дезматч, и мы засольем у того, The Hauter. Это было бы очень в тему и здорово. Так, ну, стадион вот, и где он? Так, окей, веди. Господи, такое ощущение, что у него там сейчас вижу. Такое ощущение, что у него там сейчас диспетчер, а в ухо сидит и говорит, типа... Да, вот туда, давай налево, вот видишь, он там внутри этой штуки, да, вот давай в нее заходи. Ага, тут выйти нельзя было, ого. О, молодца, умница, слил. Так, и железный, блин, не надо было крафтить, а тратить все на эти, на шлем. Кираса? Есть кираса? Кстати, не помню, кираса пишется одной, с или с двумя. Гараж сейл. Open. лол, мне дали ачивку, что я открыл 25 сундуков в одной игре. Лол. Ну, сюда скинем, короче, все это. Нафиг оно мне сейчас не упало, не понадобилось. Так, нафиг. О, господи, у меня 47 стрел. Ну, пожалуй, стрелы надо вот сюда положить. Так, о, золотое яблочко, ништячок. Так, ну, в принципе, все. Вроде зажигалка есть. Лук есть. Ну, что ж, будем готовиться к.
битве с тем парнем. Ну, мы его затащим. Если он нас затащит, это будет просто фантастика какая-то. Не думаю, что это вообще возможно. Так, ну, главное перекусить. Его. Да-да-да, мистер Хейтер. Мистер Хейтер, вот тебе я сейчас просто... У тебя слово «хейтер» неправильно написано. «Хайтер», ты какой-то. «Хайетер». Один. Та-дам! Па-да-па-па-па-па. О, лол, мы оба промахнулись. Ну, ладушки. А-па-па-па-па-па-па. О, поджог, умница. Эй, зато, держись. Так, сейчас вот это будет меня поджигать, я уверен. Я уверен, он меня будет поджигать пытаться. Молодец, молодец, ой, умница, поджог. Так, получилось так, поджечь, кстати. На, мистер Хаутер. Ну, как же так-то, а? Ну, хорош уже. Ладно, ладно, ладно. Убегай. Ну-ну-ну-ну-ну. Ох, какой ты косой, вот на самом деле. А, видимо, давно не играл в голодные игры. А вот как это? Кто-то по мне попал. Ладно, лол. Ты все, убил, что ли, эй? Но. Ну. Ах. Как-то, как ты вообще всю грязную работу за меня делаешь. Ладно, давай. А. Ам-нам-нам-нам-нам. Три. Два. Один. Го. Опа. О, да-да-да-да-да. Ох ты, попал, молодец. Хорошо, хорошо, что по мне попал. А, что ж, сейчас мы тебя будем сливать. А, интересно, сможем ли мы его слить или не сможем? Ну, давай-давай. Опа-оп. Опа. Ну, на-на-на, вот так тебе. Да, ёлки-палки, вот на-на, обходим сзади, сливаем. Сливаем, тащим, вот. Нет, 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 шансов нету. Яблоко съел, нифига себе, ребят, у него было яблоко. Откуда у него было яблоко? Я не думал, что у него есть яблоко, я умер, да? Да, факин. Я поджегся и умер. Боже мой, я, честно говоря, мне очень... Да, молодец, короче. Умница, прикольно поиграли с тобой. Адекватный парень. Что ж, ребят, вообще, мне в последнее время очень нравится атмосфера на голодных играх, когда все вот так, все, в принципе, ну... Так фоново знакомо, короче, все пришли за одной и той же целью. То есть все играют, развлекаются, никто не бегает кучей за кем-то и не парит мозги. Вот. А так, в принципе, можно найти нормальную тиму, можно так адекватно поиграть. Это очень здорово, ребят. Так что заходите, играйте. На этом все. Если вам понравилось видео, поставьте палец вверх, напишите комментарий. Да, вот он ты. Давай, прыгай вниз. А, короче. Всем до новых встреч. Всем пока. Ooh!